2007 yılından GRT kompaniyası cümle statüsünü kabul eder. Angısı insanlara değini önemli temalara göre haberleri hem programları hazırlar. GRT kompaniyasını finanslar avtonomiyan büdjeti. Yayınları var nasıl seyretme hem sesleme bütün Moldova devletinde hem Ukrayna'nın bir parçasında. Kompaniya düzer kendi redakciya politikasını teleradio kanonlarına göre. Pokrytie kanala GRT сегодня имеется не только в аналоге, оно имеется сегодня широкое покрытие в том, что оно находится сегодня в сети Старнета Молтелекома, это охват по всей Молдове. Также мы находимся практически во всех кабельных операторах Гагаузии. Также канал вещает на спутнике Турксат. То есть это большое подпорье для ГРТ, где его могут видеть практически во всем мире. Гагаузия радио телевизионную инемли нейти, нышаннер телевизион баш редактору Валентина Короляк, сайлер и усе кальтели яйнарын чыкышлары. За этот период профессиональным коллективом было сделано много. Было реализовано много интересных и важных проектов. Да, могут сказать, 14 лет – это небольшой период в жизни телевидения. Но давайте вернемся назад. В 1989 году была образована на территории Камрата телевизионная студия КТВ. И можно сказать, что телевидению уже будет в этом году 32 года. Поэтому у нас опыт есть, и была команда, но с приходом еще молодых людей, молодых специалистов, наша команда расширилась. И нам удалось за этот период привлечь не только молодых специалистов, но и знающих свой родной гагаузский язык. Хабирлерда, хем программаларда тюрлю актуал темалар ачкланерлар, англары, мирокландерер, яшайнары. Танышма каналын ишиннан варкулайлык телевизион хем радио яйынларында. Мундан кары сайта хем социал балантыларын ярдымынан. Аман нышаннер башын ишине бир вакыда көтүрөне, ой үзере аны йок кулайлык кечме цифра яйынларына калыр ачык соруш каналын иши илер дору. Для того, чтобы перейти на цифровое вещание, для этого необходимо, ну, наверное, во-первых, модернизировать студию, потому что нужен хороший сигнал. Второй момент – вхождение в мультиплекс. То есть выиграть слот, объявляется в конкурс на национальном мультиплексе, где выигрывается слот. Проблема в том, что оплата. То есть выиграть слот можно, войти можно, технически практически это решить все можно. Но проблема с оплатой. То есть 6700 евро ГРТ ежемесячно не осилит. Ярослав Булгару хеп үләчіз геледі, аны та кәлтелі япма іші каналда лазым техника базасыны енілетмесі дә. Какое-то новое оборудование за последние года, то есть мы не приобретали. Единственное, вот сейчас мы выиграли проект, мы получили новую видеокамеру. Возможно, скоро закупим оборудование для прямого эфира, потому что оборудование, которое было подарено турецкой стороной, оно тоже вышло из строя, ему больше 10 лет. Ремонту практически не подлежит, и общественная компания сталкивается с той проблемой, что мы даже не можем давать прямые эфиры самостоятельно. Вот. В компании нет хранилища, то есть мы не можем хранить свою информацию, которая лет 20-30, и это большая проблема на сегодняшний день. Компания бүгінгі күн 24 саат чалышыр, хем де хазырлар хабарлары, хем программалары үч тилде. Гагауз, рус, хем молдаван. Гагаузи радио телевизионы жумня компаниясы хепсіне апырки, хербір яшаянын сесі ишитсінер бізім күветлеріміз. Хербір инсан аннатсын бізе кенди проблемлары ічін, кенди яшамасы ічін, кенди бежермеклері ічін. Хем бу инсанар англары аннадырлар бізе кенди яшамасы ічін, бу бізім ен севгелі кахраманарымыз. Onlar verirler bize kuvvetleri doğru işleme, hem çalışma. Hemisterim Sülemiyani bizim çalışanlarımız, korespondentler, operatörler, montajörler yapırlar bir büyük işi, profesyonel uğrunda yapırlar bu işi. Bizim komandamız kuvvetli. Biz her zaman çalışırız, gitme, Gagauzin her bir köyüne ki anlatma insanlara ne orada olur. Hem ileri doğru da çalışacağız bu işi ta kaliteli yapma. Компания бүгінгі күн 24 саат чалышыр, хем де хазырлар хабарлары, хем программалары үч тилде. Гагауз, рус, хем молдаван.